Друзья, всем привет! Очередной день, очередное видео снимаю нашего дня. Курочки гуляют, колокольчики вот такие зацвели, водосборы. Видите, цыплята наши гуляют, переехали на новое место. Так мы движемся, смотрите, вот так мы движемся, вот. Дорожка у нас между малиной и виноградой. И виноградом. Доброе утро! Кто тут у нас пищит? Самый писклявый, что ли? Подросли. Возмущаетесь, что мы к вам подошли? Ну все, уходим. Кушайте травку свою. Вон там он вылазит, головка. Да? Глициния наша все больше и больше цветет. Такая красивая. Она уже пахнет уже на 2 метра. Да, она очень вкусно пахнет. Ну, до чего красавица. До чего же она красавица. Первый год она так капризничала, что я ее пересадила. Но она маленькая была на самом деле. А сейчас-то у нее, посмотрите, какие цветы. Вот моя ладошка. Вот такая вот. Красота, это еще не все расцвели. Многие висят просто так еще. Смотри, по куче целой. Вообще. Красота неземная. Уже розочки начали, бутончики набирать. Кстати, я видела сегодня на персике, знаешь что? Курчавость начинается. Саша нас будет ругать. Надо будет брызгать. А вот маленькие миндалинки. Вот они. Не отломать бы их. Мало на самом деле миндалинок, но в этом году больше. В том году там сколько было? 8 или 10, не помню. Вообще не помню. В этом году хоть на каждом кустике по одной там и то. Что-то есть. А вот и ветерок уже подоспел. Вытащила свою рассаду цветов. Это все, что у меня нынче есть. Практически ничего у меня не взошло. А что всходило, то почему-то погибло. Это вот у меня турецкая гвоздика, она двухлетка. Это вербена, это бегонии, корешки дали. И вот циний, пакетик сеяла, вот 4 штучки, слава богу, выжили. Вот такая вот у меня нынче прибыль от цветов. Буду рассаживать их. Смотрите, у нас снег идет. Ветер поднялся и цветы... Ветер поднялся, и цветы от вишни полетели. Друзья, ну сегодня так печально было утром. Я пришла курочек кормить, моя кочка бегает. Я ничего не поняла, почему она бегает. В общем, я ее кое-как усадила, но перед чем усадить, я посчитала яйца. И яйца не хватает, 4 яйца. Представляете, крыса утащила яйца. В общем, я ей подготовила вот это место. Все, я вчера здесь все протравила, пробелила сегодня с утра. Все чистенько. Сейчас вот еще просыхают кое-где углы и все. Буду ее на ночь сюда вот перенесу. Здесь же бетонные полы, здесь никто ее не тронет. Вот такие вот дела, друзья, представляете? А я думаю, что такое, почему она не садится на яйца? Я потрогала яйца холодные, а она бедненькая, в шоке. Да, моя, намучилась. Крыса, скажи, приходила. Конечно, она вот там с этого угла может приходить. Там же нету бетона. Здесь-то вот земляные полы. Кто здесь? Кто здесь сидит? Это маленькие красавчики сидят. Ты нашли тенечек и сидят. Мои хорошенько, тепло, свежо. Ну, как не будет. Нормально. У нас перья все больше и больше зацветает. Вот такая красота. Ветерок опять все-таки поднялся, представляете? Ветер, ветер, ветер. Постоянно котики тут отдыхают. Вот вишня летит. Ветер опять поднялся. 2 дня дул сильнейший ветер. Сегодня не забыл начаться. Так,
Ну что, я рассадила немножко бегонию. Затем здесь вот цинии. Это у меня было. Здесь тоже бегонию. Эти тоже были. Турецкую гвоздику высадила на клумб возле бассейна. А вот эти вот у меня пока стоят. Вот вербена и еще две цинии. Тоже, наверное, на клумбу посажу. А в горшки не знаю. У меня есть, знаете, самонасыпанные флоксы. Они вот в прошлом году здесь, позапрошлом у меня были. Вот раз, два, три, четыре. И вот пятый. И я хочу флоксы посадить в горшок, попробовать. Может, что-то будет. Вот еще один вылазит, но какой-то такой больной. В общем, вот так вот. Здесь я пересадила морозник в этом году. Все, вот это, как они, крокусы, все цвели. И уже зеленые, уже желтые, их можно обрезать. То есть у меня здесь тоже пустое место. Скорее всего, сюда вербену посажу. Пусть на солнышке. Лаванда еще зеленеет пока. Ну и пион сидит. В общем, с цветочками как-то нынче не знаю, как получится. Если разрастутся, дай бог, нормально все будет. Друзья, всем доброе утро, всем привет. Отцвела черешня. Видите, закручивают уже ягодки. Вот такие уже. С утра ветра нету, слава богу. 3 дня дует ветер. Никак не могу вам поснимать ничего. Все растет, уже все зеленеет. Деревья стали прям зеленые-зеленые. Смотрите. Было все вначале в цвету, все беленькое было. Ну, сейчас еще яблоньки, конечно, цветут. А груши уже завязывают ягодки свои, грушеньки маленькие. Маленькие грушеньки. Яблочки еще пока не совсем завязывают. Я пошла вам показать, что проснулся инжир, друзья. Он, конечно, позавчера проснулся, но факт тот, что ветер, и я снять-то не могу никак. Вот видите, зелененькие. На самых верхах у меня они. То есть то, что мы закрывали, это очень помогает инжиру, очень помогает. Весь инжир проснулся. Я вам показывала, как я посадила сюда вот на веревочке клющ, чтобы закрыть вот эту страшную стену. Возможно, когда-то он будет зелененькой, будет красиво с нашего огорода. Потому что вообще забор должен же здесь быть. Вот столбы стоят бетонные. Но забор, по всей видимости, давным-давно разрушился. И поэтому нету ничего, никакого забора. Ну вот это вот у нас хурма, которую мы покупали, я вам уже рассказывала. Вот видите, какие листики. Похожи на хурму. Хурма королек, вот эта вот шоколадная. А еще хурма у нас есть россиянка, которая здесь, говорят, вообще хорошо растет. Она вот такая уже, тоже первогодочка она. Посадили мы ее в прошлом году, и вот она зелень дала. Так что, друзья, возможно, когда-то у нас будет хурма. Причем они вот, и же два мы покупали рядом, чтобы они опыляли друг друга. Вот. Они обе живые. Это мой чесночок. Такой уже толстенький. Ну, его в июне выкапывать будем. Виноград, видите, пропалываем все. Ну, дорожку посередине я не буду пропалывать, и Женя не будет. Оно там все сплетено, мы просто ее скосим. Вообще, виноград не часто пропалываем, но пропалываем хотя бы, когда он начинает расти. Мои цыплятки и гусятки проснулись. Вот они сегодня у меня, представляете, ночевали первую ночь. Ночевали первую ночь. Ой, какие большие стали. Водичку пьют. Я уже подняла им повыше кормушку, потому что они туда какают. Они уже подросли. Травка у них есть. Я их передвигаю. Утром передвинула, потому что здесь вот такое месиво они за ночь сделали.
на какеле. Смотрите, они какие стали уже. Зубики полные. Растут, растут. Видно, что растут прям. Травку им так запихала, как цыплятам. Но они ее не трогают. У них там есть травка, поэтому... Ну что вы не кушаете ее? Давайте ее кушайте. Вот это такое. Ой, как щеки тянем. Ну как щеки тянем. Да. Кушайте. Как доедут, вот так вот по дорожке будут ехать, и приедут в свой вольер. И как раз они к тому времени уже подрастут. Можно будет их там выпускать. Цыплятки, как всегда, хорошенькие. Красивые такие. Так уже я где-то насчитала штук 15 курочек. Поэтому они у меня вообще прекрасно себя чувствуют. Кушают. Да и мы их вчера перевозили. Поэтому не вся еще травка скушена. Вот она сидит. С хохолком. Не знаю, курочка. Хоть бы курочка была такая красивая. Друзья, смотрите, какая у нас температура. Дома вот верхняя 23,2. На улице 29,3. Это у меня в тенечке висит. Влажность дома 55. Вот на самом деле, вот здесь вот проводочек. И он туда выходит в окошко. И на улице в тенечке, видите? А на солнце там, наверное, 31, я думаю. Сегодня у нас 18 апреля.